Очень активно развивается факультет фундаментальной медицины. Уже есть успехи. Уже создан доклинический центр инновационный с очень важными для страны приоритетами. Это и клеточные тканевые технологии, и нейробиология, это ядерная медицина и ряд других важнейших направлений. И вот на стыке всех наук, и медицинских, и инженерных, и технических, был создан просто замечательный центр. Он единственный у нас сейчас в стране на таком уровне. Центр EIDAS, посвященный созданию симуляционного тренингового оборудования для отработки навыков всех медицинских работников не на человеке, а на специально созданных программных продуктах, программных, запрограммированных манекенах. То, что мы увидели сегодня, сделает честь любому крупнейшему университетскому центру, любому. Мы уже видим сегодня скомпонованное образовательное пространство, которое использует те технологии, которые наработаны, причем от первых шагов приема больного до самых сложных высокотехнологичных видов хирургического лечения. И с использованием эндоскопических методов, эндоваскулярных методов и разных других.